сокрушил фашистское зло, подарил человечеству мирное небо и надежду на то, что самая жестокая в его истории война окажется последней. Мы помним каждого, кто погиб в той войне, кто громил врага на фронтах, вел борьбу в рядах партизан и подпольщиков, кто обеспечивал надежный тыл и трудился, чтобы сегодня мы жили под мирным небом.